Привіт всім людям доброї волі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – початок нового навчального року і все, що з ним пов'язано. І у нас сьогодні люди, гості, які безпосередньо причетні до цієї великої події. Тож, друзі, я задоволенням представляю вам. Директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Артем Свистун і керівник літературно-драматичної частини Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Марина Васильєва. Друзі мої, здравствуйте. Спасибо, що ви приїхали к нам в студію. Красиві люди, іменно з красоти ми і почнемо наш ефір і новий учебний год. А як звісно, як ви лодку назовете, так вона і попливе. Друзі мої, ми починаємо цей год з красоти, і значить все у нас буде добре. Артем Олександрович, Марина, ми недаром пригласили вас іменно сьогодні, тому що начало нового учебного года для вас в театре – это тоже новый учебный год, не только открытие сезона. Ну да, открытие сезона для наших дорогих зрителей состоится 1 октября бенефисом народного артиста Украины Василия Георгиевича Стафичука, и мы приглашаем всех присоединиться к поздравлениям. Но самое главное, прежде хотелось бы поздравить всех директоров, учителей, школьников с прекрасным праздником, с началом учебного года, пожелать, как говорят, хорошего попутного ветра в получении новых знаний, навыков. А мы, как театр, представим возможности знакомиться с хорошими образцами мировой классики, русской, украинской литературы. И пополнять знания и учеников, и педагогов. И почему вот как бы для нас будет новый учебный год? О том, что мы открываем театральную студию. Театральная студия, которая будет показывать азы актерского мастерства и обучать наших юных артистов, которые придут 17 сентября в 10:00 на кастинг. Мы приглашаем всех подготовить определенную программу. И на трехгодичный курс они будут обучаться актерскому мастерству, режиссуре, пластике и возможность участия в мастер-классах, которые будут проводить ведущие артисты театра и приглашенные педагоги. И студия открывается именно в стенах театра? Абсолютно верно, да. А какую программу должны подготовить те, которые желают стать участниками студии? Программа такая же, как и для поступления в вузы. Вот, когда поступают, хотят стать артистами, да, обязательно готовят стихотворение, отрывок из прозы, басню, монолог из пьесы, танец и песню. Танец и песня. Танец и песня. Ну вот многие задают этот вопрос. Мы, когда разместили телефоны и на сайте театра, и в соцсетях, и просим звонить и задавать вопросы, этот вопрос наиболее часто задаваемый. Многие боятся показать басню еще тот или иной можно. Талант. Вот кто-то занимается в хореографическом кружке, например, и может прийти и показать вот какие-то навыки, да, а кто-то не занимается и боится даже вот двигаться. Мы предлагаем по возможности показать свои возможности всем. И тем, кто умеет это делать, и тем, кто не умеет. Просто для того, чтобы наши педагоги уже посмотрели на тот материал, с которым мы будем работать. Насколько нужно развивать того или иного ребенка и в каком направлении. Конечно же, если нет возможности подготовиться вообще в плане хореографии или вокала, то, ну вот, значит, можно это и не показывать. Но вы же понимаете, тогда шансов поступить к нам намного меньше. А сколько человек на место вы принимаете? 15 человек, да? 15 студийцев. Да, 15 человек плюс 5 кандидатов. То есть, если кто-то из детей в результате учебы поймет, что сцена – это не его, или что нет времени на занятия в студии. Дело в том, что наша студия – это не театральный кружок, Не художественная самодеятельность, к которой можно отнестись несколько легкомысленно и где-то посещать, где-то не посещать. Это серьезные занятия, это серьезный учебный процесс. И если кто-то много прогуливает, не имеет возможности часто заниматься, он выпадает из учебного процесса, таким образом просто покидает нашу студию. И вот кандидат, который наиболее часто посещал занятия, вот просто тот человек, который не в рамках этого курса, просто приходит сам по себе, имеет возможность занять его место. Нам кажется, что это честно, и те дети, которые, может быть, где-то
немножечко менее развитые в сторону сценического мастерства, но более хотят заниматься, имеют возможность занять это место. Какие вы предусмотрительные. 15 человек и плюс 5 человек обязательно запасных, ну, которые тоже будут приходить. На самом деле такая практика есть и в учебных заведениях, например, Днепропетровский театрально-художественный колледж, там такая же практика, только кандидатов там определяют двое. Вот мы щедрые, у нас 5 человек кандидатов, мы делаем скидку на то, что это все-таки дети. Хотя, опять-таки, студия не детская, студия молодежная. Это юноши и девушки от 14 до 19 лет. Многие, опять же, задают вопрос, почему не детская студия? Очень многие дети хотят заниматься, но мы хотим заниматься этим профессионально, то есть не в качестве театрального кружка, да, театральных кружков у нас и народных театров, и студий много в городе, куда можно и детей отдать, специально там развивающие, да, курсы. Мы готовим уже будущих артистов, то есть взрослых, достаточно юношей и девушек, которые определили, что они хотят пробовать себя в актерском мастерстве, хотят пробовать себя в театре. Мы их готовим с тем расчетом, что они далее уже будут поступать в высшее учебное заведение. И, конечно же, кто-то из них вернется к нам в театр и будет продолжать работу уже профессиональную в нашем театре. Хочется еще сказать о том, что уникальная возможность у наших учеников, уже занимаясь в студии, работать на сцене профессионального театра и чувствовать себя уже, ну, не столько учеником, сколько молодым артистом. То есть попробовать под ногами большую сцену? Конечно. На самом деле это очень важно. Некоторые учебные заведения, наши вузы, дают такую возможность своим студентам уже работать на профессиональных сценах, а какие-то вузы не дают такой возможности. И таким образом молодой артист получает диплом, но еще не ступал ногой на профессиональную сцену. Потом, когда он приходит в профессиональный театр, начинается ломка. Это страшно, и многие в такой ситуации с профессии уходят. У нас наши ученики, наши студийцы, вот с октября месяца начинаются занятия, и уже в новогодних представлениях они будут принимать уже участие. Будет профессион... Ну, хотя бы, ну, в принципе, вот на... рядом с профессиональными, артистами. Друзья мои, есть еще один нюанс, который бы на который бы хотелось обратить внимание. Сколько стоит обучение в студии? Потому что, как известно, сейчас нынче обучение дорого. Смотрите, очень в наше время сложная ситуация именно оплачивать учебу, образование. И немногие, вы знаете, что не всегда ведущие артисты сцены имели даже профильное образование и много выходцев из публики. И здесь мы ищем талант. Таланту нужно помочь. Поэтому студия будет абсолютно бесплатная. В стенах театра будет подготовка нашими ведущими. Бесплатная, Артем Александрович? Студия. Да, бесплатная студия, возможность, потому что в последующем артисты будут готовиться и приглашаться мастера, которые в профильных вузах будут набирать студии, и мы будем приглашать их для того, чтобы они прослушивали, просматривали студийцев наших и возможностью привлечения на получение профильного высшего образования. Ну и у нас очень хорошие тесные связи с нашими ведущими учебными заведениями города Николаева. Это муниципальный академический колледж, который уже на базе старших классов начинает подготовку именно артиста драматического театра. Это тоже немаловажно. Аспект получения профессионального образования и диплома. Это наш колледж культуры и искусств. И, естественно, университет культуры. Мы идем в таком синтезе взаимодействия между студентами, прохождения практики, постановки дипломных спектаклей. Это будет немаловажным, что наши студийцы будут готовиться для поступления в профильное учебное заведение, где есть ограничения в бюджетных местах, но я думаю, что наши студийцы будут уже готовиться, чтобы поступить на тоже безоплатной основе, получить определенный диплом, который дает право заниматься и работать в профессиональных театрах. И вы можете даже будет писать им рекомендации? Естественно, да, рекомендательные письма. Мы сейчас ведем переговоры по поводу, сейчас в наше время все должно быть лицензировано. У нас в статутных документах театра есть возможность и включено проведение лаборатории студии при театре, это юридический аспект.
аспект, но немаловажным является получение определенного сертификата по завершению прохождения трехгодичного обучения для того, чтобы рекомендательные письма для поступления в профильное высшее учебное заведение. Господа, ну вы какие-то несовременные, понимаете? Потому что сегодня за все нужно платить. Ну куда ни ткнешься, везде, ну да, телезрители, ну за все нужно платить. А вы устраиваете студию, это все-таки достаточно сложный проект, и преподаватели будут, ваши артисты, которые будут преподавать в этой студии, они будут отрывать свое, тратить, ну не тратить, но использовать свое время, дополнительное. Да, это будут педагоги, не только наши сотрудники, это привлеченные мастера ведущих направлений, но поверьте, не все всегда приравнивается в финансовом эквиваленте. Очень много, как я уже акцентировал внимание, таланта нужно найти, таланту нужно помочь. Ведь оно не будет мешать основной работе театра, это наоборот будет дополнение в деятельности, и театр в понедельник выходной, это студия, основной день будет работы в понедельник, но возможность оплачивать не у каждого есть в наше время, а если талантливый ребенок, он действительно проявит себя в творчестве и в последующем сможет реализовывать свои проекты. Есть у нас грантовая система, и сейчас у нас написано несколько грантов европейского направления для того, чтобы заключить творческий обмен с драматическими центрами, это вот Польша, город Машево, у нас есть центр, который драматического искусства, и в Литве. И сейчас очень много европейских грантов на проведение именно обучающих лабораторий, обменных форм, и для оплаты именно работы педагогов, для оплаты мастеров, ну, стандартные вопросы, трансфер, перелет, проживание, питание. Вот эти проекты тоже мы написали грантовые, и благодаря грантовым программам появился такой проект «Театрон», вы знаете, уже в 2 года проходила международная летняя театральная школа, которая объединяет и как любительское самодеятельное творчество, и сейчас профессиональное направление. В этом-то и особенности данного направления, современности. Артем Александрович, вы человек нового времени, вы возглавили театр не так давно, но уже есть ощутимые изменения, которые, я полагаю, что они ведут к лучшему. Вы понимаете, но дело в том, что многие люди боятся перемен. И кажется, что если перемены, то они обязательно к худшему. Как вы смотрите в перемены? Вы человек нового времени. Согласен. Смотрите, любые реформы, как и в нашей стране, должны быть продуманы. Да? И это кропотливый труд. Я закончил Академию при президенте Украины, изучая законодательную базу, методы социальных исследований, современные подходы. Это долгий кропотливый труд исследовать, и 5 лет работая на должности директора-распорядителя, мы, Марина Викторовна, вместе мониторили потребность сегодняшнего зрителя, да, особенности, сложности работы. Поэтому вот то, что включено было в мою программу на конкурсе директора художественного руководителя, есть краткосрочный на год план и долгосрочный на 5 лет, который продуман по каждому этапу. Понятно, что есть какие-то коррективы, изменения, но мы должны включать и социальный аспект инклюзивности, да, люди с ограниченными возможностями, социальный аспект привлечения в театр. Это фандрейзинг, привлечение средств для постановок, для улучшения условий работы театра как учреждения культуры. Это проведение новых продуктов, которые современные, и, как говорится, театр должен быть универсален, и театр должен быть как классической формы академического направления. То есть вы направления. Не отказываетесь от старого? Ни в коем случае. Тот, кто забывает историю, не имеет будущего. Да? Это традиции, которые в театре существуют, они сохраняются. И с Мариной Викторовной мы ведем переговоры для того, чтобы к 85-му театральному сезону открыть музей истории нашего театра. И для того, чтобы сохранить исторические аспекты, которые проходили у нас в театре. И те мастера сцены, которые начинали свой путь, которые выступали на нашей сцене, площадки. Это привитие культуры,
зрительской культуры. Мы будем проводить определенные лекции, творческие встречи в стенах театра для того, чтобы готовить студентов первого курса наших учебных заведений, школьников для того, что такое театр, какая есть театральная этика, как нужно готовиться перед тем, как посетить спектакль, прочитать произведение, подготовиться. Ну вот определенного рода обучающий аспект подготовки зрителя. Зрителя, который должен иметь определенную культуру, приходя в театр. Вы знаете, дело в том, что театр – это живой организм. Вы, как работники театра, это, конечно, очень хорошо на себе ощущаете. Но при этом, Артем Александрович и Марина, это все-таки достаточно закрытый организм, который, ну, может быть, в какой-то мере даже настороженно относится к людям извне. И вот вы сейчас, Артем Александрович, говорите, что нет, двери театра открыты для общения. Вы ломаете стереотипы? Смотрите, стереотипы не ломаются, а ведь кухня, которая находится за кулисами, она есть должна оставаться тайной. Таинство процесса, поэтому мы показываем уже готовый продукт. Возможность для наших студийцев будет привлечь участие к кухникам, к самому процессу, но для зрителя должна всегда оставаться тайной. Интрига в театре должна всегда сохраняться. Это немаловажный аспект. Вам мало интриг, вам нужна еще и большая интрига, да, Артем Александрович? Сценическая интрига имеется в виду. Но театр должен быть доступен для каждого зрителя, и публичность должна быть в процессах, которые происходят, но традиции никто не собирается ломать, ведь театр, таинство должно сохраняться, и поэтому традиции мы не ломаем. Нет, традиции, стереотипы – это, как говорится, разные вещи. Хочется сказать, да? О том, что ближе к зрителю, немножко в другом плане. То есть мы не говорим о том, что мы приглашаем зрителя, да, за кулисы. Посмотреть, как одевается, да, актриса, да, то есть, или актер. Нет, конечно. Мы хотим ближе быть в том плане, что, к примеру, ряд бенефисов у нас состоится для наших артистов. Раньше у нас этого не было. Юбилейные даты и у заслуженных, и у народного нашего артиста. И хочется, чтобы в такую прекрасную дату не просто показывали мы спектакль традиционно, а выходил артист к зрителю и уже не в образе, а сам вот какой он есть. Как человек. Смотрел на зрителя, зритель задавал ему вопросы. Артист что-то рассказал о себе такое вот, что там в студенческих годах, может быть, о том, как пришел в профессию, чтобы мы, коллеги, что-то рассказали о наших коллегах, да, у которых бенефис, у которых красивые даты, юбилейные даты. В таком плане быть ближе к зрителю. Опять-таки, если мы говорим о воспитании нашего молодого поколения, мы воспитываем не только молодых артистов, которые придут потом работать в наши театры, мы воспитываем нашего зрителя вот этими лекциями, беседами о том, как правильно вести себя в театре. Конечно же, раньше все было несколько по-иному, и такие лекции читались на классных часах в школах, к примеру, да, были определенные занятия. Сейчас, к сожалению, немножечко все по-другому, и детям никто этого не объясняет. Родители много работают, зарабатывают деньги, дети предоставлены сами себе интернету. Опять-таки, культура похода в кинотеатр приучает детей к тому, что можно и кушать. Я говорю детей, имею в виду, дети растут, и это уже молодежь, которая приходит к нам кушать в зрительном зале. Это нормально считается, да, для нашей молодежи. Что-то пить в зрительном зале, бутылки потом эти катаются по полу, простите. Мы должны объяснять, что искусство театра – живое искусство. Артист на сцене, он открывает душу, это живая эмоция. И любая вот такая вот… Ну, такой под вот шум не чистых, совсем... Да, это души не откроешь. Не откроешь, да. Это мешает представлению, мешает тому, что сосед, опять-таки, может что-то не услышать или что-то пропустить. Вот эти элементарные вещи хочется объяснять. Опять-таки, в театр нужно приходить не в джинсах все-таки, да, принарядившись, приодевшись, потому что это событие. В театр нужно приходить подготовленным. Хорошо бы прочитать пьесу, которую вы хотите посмотреть на сцене, для того, чтобы... Марина, ну это... Но мы хотя бы хотим... Между прочим, зрители старшего поколения так поступают, но, к сожалению, наша молодежь так не поступает. Так что вот в таком плане мы хотим быть ближе к зрителю. Я думаю, что и зрителю будет комфортно в таком общении. Ну и мы всегда открыты
для бесед. Да, потому что воспитание культуры, культурного человека, он это наверное, один из главных элементов сегодняшнего воспитания, мне так кажется. Потому что культура как-то немножечко начала прихрамывать. Театр – это храм души, да. Вот мы, приходя в храм, должны приходить с чистой головой, с открытым сердцем, и храм должен давать вот светлый, чистый продукт. Поэтому у нас одно из направлений в театре – это классика, да, русская классика, украинская классика, европейская классика – это то, что изменится вот в нашем новом театральном сезоне. Вот. И образцы лучших интересных произведений, мировых классиков, которые остаются вечным и несут светлое. И вот задача наша – донести как можно ближе зрителю, потому что они должны понять, что это действие происходит здесь, сейчас и сегодня, и оно больше не повторится. Если мы придем на спектакль через определенное время, это будет уже другой спектакль, с другой эмоцией, с другим накалом страстей. Но, тем не менее, это тот открытый продукт, арт-объект, который получает зритель, сидя в зале. А вы знаете, еще есть такой элемент, когда ставятся пьесы полностью негативные, и в зрителей выплескивается сплошной негатив, и зрители выходят, ну, такая тяжелая пьеса, как говорится, тошно, а стало еще тошнее. Как вы относитесь вот к такому роду пьес, когда сильно уже закручивается есть негатив? Есть пьесы, которые тяжелые, и мы знаем, что у нас была постановка в прошлом сезоне, это «Семья Вурдалака», поднимающая тему проблемы наркомании. Да, это сейчас социальный аспект, это проблема нашего общества, но театр должен давать надежду. И что не все так плохо. Да, вот есть комедии, есть трагедии, есть драмы, есть мелодрамы, есть определенный жанр, который настраивает зрителя на получаемый результат. И я не согласен, что должны быть только одни комедии. Нет, нет, Артем Александрович, я не комедии, это было бы смешно, если бы одни комедии. Я имею в виду то, что когда выходишь после спектакля с тяжелым чувством, есть драмы, есть трагедии, но все равно это классика, и это понятно. А вот есть такие современные пьесы, когда, просто становится очень грустно после просмотра спектаклей. Поэтому мы пересмотрели репертуарную политику. Наш художественный совет театра по завершению 84-го театрального сезона провели анализ по востребованности зрителей, посмотрели, какие пьесы пользуются спросом, какие необходимы. Мы общались с учителями, мы смотрели, что на сегодняшний момент необходимо в школьной программе для того, чтобы как внеклассные уроки они могли проводить в театрах. Поэтому вот спектакль мы «Моисей» по Франко. Это новый спектакль, да, новый спектакль, который зрителям готовится, да, и у нас будет в конце сентября приуроченный спектакль к юбилею нашей Николаевской области. Евгений Олейник, наш молодой артист, он закончил режиссерское образование, это его уже очередная постановка, и это будет тоже по социальному заказу для школ, для нашего молодого поколения, где идет патриотический дух, духовное обогащение. Ну и я думаю, что будет интересно и нашему основному зрителю театра данным произведением. Друзья мои, итак, театральный сезон уже практически. Хотя вы, по-моему, хоть вы и ушли в отпуск, но вы и не уходили в отпуск, потому что работал театр и летом, и у вас продолжался летний театральный сезон, да? Да. Но вот лето уже ушло. Наступает осень, открытие театрального сезона, это, конечно, хлопоты, это, конечно, очень много нервной работы, подготовительной работы, но, в принципе, все это уже практически завершено, да? Ну, сейчас как раз вот сентябрь, мы взяли люфт, происходит подготовка премьерных спектаклей, идет возможность подготовиться к основному Последние сезону. Последние штришки на платье актрисы, да? Да, абсолютно верно. Вы знаете, на самом деле трудно вот так вот делить, да? Мы условно разделили нашу работу для зрителя на летний театральный сезон. В этом году он первый. Мы очень много работали на нашей небольшой площадке в летнем дворике. Совместно с различными коллективами прошел этот сезон. Очень яркий, очень интересный. И основной сезон 1 октября открывается. Но опять-таки в этом промежутке мы все-таки покажем вот эту небольшую работу «Моисей» для молодежи, да, к 80-летию области. То есть между сезонами, но премьера состоится. Пусть один акт, она небольшая, но тем не менее. А когда же вы отдыхаете, господа? Или это секрет? Вот это, наверное, кухня.
театральная. Тогда мы не будем приоткрывать эту тайну, потому что все-таки театр – это тайна. Артем Александрович, Марина, будьте добры. Последнее такое на завершение нашей программы – несколько слов. Вот вы знаете, не уйду спокойно, если не скажу, что 1 октября мы открываем сезон юбилеем Василия Георгиевича Стефичука, а далее следуют две премьеры. Это «Украденное счастье» по Франку, режиссер Виталий Манжели, и далее «Слуга двух господ». Это комедия, режиссер Василий Цимбал. Ждем вас, дорогие друзья, на наших спектаклях, таких разных, но абсолютно на всех. Поверьте, все интересные, все вам понравятся. И все стоят того, чтобы посмотреть. Артем Александрович. Приходите к нам в театр. Если вы не знаете, как провести свой досуг, время, а самое главное, приходите к нам в театральную студию. 17 сентября в 10:00 состоится кастинг по адресу Адмиральской, 25. Ну, пожелаем всем, кто собирается к вам в студию, удачи, а вам, друзья мои, терпения, конечно, и всего самого доброго. Друзья мои, мы открыли наш эфир и первый день учебного года красотой, и я думаю, что красота и будет вам сопутствовать и дальше. Це була розмова на тему. На все добре.